Всем монтажникам межкомнатных дверей привет! И сегодня хочу поговорить о результатах замуровки, в кавычках, скажем так, удачной, скрытых дверей. То есть, ни для кого не секрет, что монтаж скрытых коробов под скрытые двери порой ведется в два этапа. На первом этапе ставится короб, и через какой-то срок, может быть через месяц, а может через два, может через три, приходят дверки, которые навешиваются на короба. Поэтому, если у вас что-то произойдет за это время с коробом, произойдут какие-то отклонения в геометрии, то пришедшее полотно хорошего качества при навеске в такой короб покажет все изъяны и все те отклонения, которые произошли за это время. Так и получилось здесь. Вот короб, смотрите. Его мало того, что его сбили, сдвинули. Я не помню, что это за комната. Может быть, это санузел. Как правило, очень часто по практике сбивает именно короба в санузлах. Почему это? А, то, смотрите, я даже не ошибся, это ванная. Как правило, в этих комнатах люди приходят за водой, для каких-нибудь растворов, мешают, таскают сюда плитку, может быть, даже здесь наводят смеси. И поэтому, приходя с этими ведрами, плечом, ведром, я не знаю, коленом, бац, задели, не сами не заметили, ничего не сказали, а при этом, обратите внимание, что замуровывает короба не сразу после ухода монтажников. Как правило, проходит какое-то время, как правило, снимает все распорки, думает, что пена это вообще волшебная, так сказать, вещь. На самом деле, вот смотрите, какие отклонения короба. Был клин между стенкой и коробом, который выравнивал этот короб. Его кто-то вышиб, произошло увеличение размера, а может и еще что-то произошло. Вот. И в таком состоянии потом, после того, как все уже сбили, его замуровали. Поэтому в середине дыра, а верх и низ щель уменьшается. Вот такое замечательное дело. Что теперь делать, а я просто не знаю. Надо делать или хорошо, или по-другому не получится хорошо. Вот такие дела. Ну что ж, я вам показал. Так что делайте ответственно, делайте вовремя, а мы пошли домой. Хватит. Всем удачи и здоровья. И мирного неба над головой, ребята.